Во-первых, есть статья 41 Конституции Республики Молдова, которая четко указывает, что партии и организации, которые своей деятельностью ведут к разрушению государственности, они являются незаконными. Вот то, что написано в Конституции, это свято для всех. Но наши суды, наша власть пока что это не признавала. Поэтому, исходя из того, что в этой декларации политической есть четкий пункт, я назвал его четвертым, ну, прочитал, где парламент берет на себя обязательство менять законодательство и включить четкие ограничения, я думаю, что у нас есть шансы добиться запрета унионистских организаций.